Один из лидеров грузинской мечты, Гея Вольский, раскритиковал недавно созданное коалиционное правительство, которое представил Никомеля. По его словам, на Михаила Саакашвили все работает, а сам Саакашвили – отец деструктивных процессов. Общественность не настолько наивна, чтобы думать, что представленное коалиционное правительство – это команда, в которой отбираются лучшие руководители сфер и направлений. Это политический фонд, целью которого является привлечение избирателей, поддерживающие разные партии. Они не смогли дистанцироваться от преступлений, совершенных национальным движением в свое время. Это реальность, и эту реальность не исправить созданием второго правительства, сказал Гея Вольский. По его словам, эти люди не стремятся что-либо делать и добавлять в динамику положительные моменты. В их план не входит развитие демократических процессов, они нацелены на разрушение интереса одного человека от начала и до конца, чтобы его освободили и захватили власть, сказал Вольский. К слову, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили советует правительству привлечь его к суду, чтобы грузинский народ и международное сообщество могли услышать правду. Информация об этом была размещена на странице Михаила Саакашвили в Facebook. Вместо того, чтобы выкладывать мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, я советую правительству и настоятельно призываю вас привлечь меня к своему суду, чтобы грузинский народ и международное сообщество могли услышать правду обо всем, в первую очередь от меня. Или вы больше всего боитесь правды, говорит Михаил Саакашвили. Для справки, грузинский телеканал транслировал видео с Михаилом Саакашвили, которое якобы было снято в прицепе грузовика. По информации телеканала, экс-президент, наряду с несколькими другими сценариями, заранее подготовил версию своего предполагаемого похищения, и в случае, если Саакашвили не сможет въехать в Грузию, он разработает свой сценарий похищения. При этом Михаил Саакашвили в собственном видео говорит, что не знает, спецслужбы какой страны стоят за его похищением. На видео отреагировал оппозиционный депутат Губа Саникидзе. По его словам, у Саакашвили есть личный враг в лице российского президента. На постсоветском пространстве у Путина самые большие опасения и опасения по поводу Михаила Саакашвили. Поэтому я не исключаю, что российские спецслужбы были причастны к этой деятельности. Ну и что Саакашвили сказал, что от него было необходимо, отметил Губас Саникидзе.